Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Еще один сорт, который не нуждается в теплице, который растет прекрасно в открытом грунте, это яблоки на снегу. Если до этого я вам показывала только тепличные, то с сегодняшнего дня я буду вам демонстрировать томаты, которые более просты в уходе, которым не требуется ни теплицы, ничего. Я вот показала петрушу огородника, Саньку, теперь показываю яблоки на снегу. Яблоки на снегу тоже были высажены до заморозков, пережили под укрывным материалом минус 4 и завязывались первые плоды, действительно, они на снегу. У нас был снег, они были завалены снегом, потом я их откопала, они начали плодоносить. Но вот первые плоды, которые во время заморозка, они немножко как неровные совсем формы, потому что, вероятно, от мороза деформировались. Завязываются очень хорошо. Первая кисть, вторая кисть, вот уже пошла третья кисть. Я их немножко привязала на железную, как подставочку, чтобы они не лежали на земле. Но привязала только для того, чтобы показывать было удобнее. Вообще они могут без подвязки, без посынкования. Просто вы их посадите, и они будут у вас как на земле лежать, плодоносить. Способ выбираете сами. Можно вот так, как я, поднять. Эти томаты, яблоки на снегу, они ранние, скороспелые. Они будут у вас, вот если сейчас у меня в теплице, только, ну как, завязи на некоторых начинаются, то эти в открытом грунте точно так же, они их догнали уже, такие же завязи, как в теплице. Идеальный вариант для тех, у кого нет теплиц. Им не надо никаких дополнительных условий, я их посадила, вот они мороз пережили. И сейчас наступило тепло, они начали быстро завязывать плоды, формировать их, наливаются. И прям такими кистями висят. Все. Вот эти томаты, яблоки на снегу, тоже будут нынче в каталоге. Еще раз повторю, что каталог раньше времени не выставляла, потому что не знала, какие сорта выживут после мороза, какие не выживут. Сейчас буду выставлять каталог. И эти семена, яблоки на снегу, если вы не найдете у себя в магазине, в своих регионах, сможете выписать у меня. Вот, познакомились с томатами яблоки на снегу, еще раз повторю. Это ранние, скороспелые, неприхотливые, очень урожайные. Плод не крупный, но зато берет своей урожайностью. Будет рано и много. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, и о заказах семян, и о методах выращивания, все у меня есть на странице. До свидания. Желаю всем в этом году получить богатый урожай томатов, несмотря на плохую погоду. До свидания.